Всем приветик! У меня сегодня радость великая. Я получила черенки хой. Ну, как сказать, долгожданных. Шикарные черенки. Даже деревья, можно сказать. Такое бывает крайне редко. Крайне-крайне. Чтобы я оставалась вот полностью довольна. Я прям вот счастлива. Сейчас буду хвастаться. Так. Значит, вот это у меня просто балинейра зеленая, обычная. Она у меня была когда-то и погибла. Но я захотела ее восстановить. Посмотрите, какой шикарный. Тут их аж два. Вот такой вот шикарный прям вообще. Два черенка посажены. Вот человек не жадный, добрый. Так. Они не были подписаны, и сейчас я вам все названия не скажу. Вот это вот, это что-то из последних, я вам правда не скажу. Потом уже буду пересаживать, подпишу все. Вот это, ой, нет, не скажу, правда. Так, вот это Саровак Крим. Посмотрите, какой большой, такие листья уже красивые. Сароваки обожаю просто. Просто, ой, я не могу. Вот у меня его только не было. Ну, то есть таких вот сароваков. Так, дальше у нас вот так. Вот это у меня тоже погибло. Вот такая вот макрофила. Варигатная. Вот смотри, то я лист отломила сама. Еще был листик сверху. Обалдеть. Вообще просто я не могу, визжу. Так, вот это вот Grey Ghost. Это другой клон. То есть она вот такая будет. Ну, кто знает уже, в курсе. Тоже хороший прям черенок. Не маленький. Так. А это у меня даже выпало. Это Полинейра Вьетнам. И я ее вот в стакан. Вот такой вот чернище. Вообще вот тут человеку прям дай бог здоровья и всего-всего. Так, вот эту вот я достала, тоже она мне выпала. Вот, моя долгожданная хотелочка. Здесь немножечко подогнулся листок, но ничего. Ну, все узнали. Шикарный узел, шикарный окрас. Абовато Вар Сплэш. Она с корнями, все, но я пока доставала, я ее, ну, короче, вывалила сама. Вот. Посылочка шла 10 дней. Все вот пришло вот в таком идеальном состоянии. Просто вообще так, вот это вот, все, я ее никак не хотела почему-то, а тут, ну, у всех есть, я хочу. Это Вибержи. Вот. Такая. Что тут у нас еще есть? Это... Достаю, а сама вспоминаю название. Мексика и все на свете. Бразилия. Карноза Бразилия. Ой, я ее даже достать не могу. Я сегодня прям на седьмом небе. Там еще подарок шикарный. Но он к хоям не относится. Поэтому я показывать не буду. Вот на срез. Это карноза Бразилия. Обалдеть. Просто обалдеть. Дальше. Это у нас на срез тоже. Не знаю, как правильно говорить. Транскрипцию английскую не знаю. Это Хелвигиана. Хелвигиана. Ну, в общем, поняли меня, да? Все, вот она хорошенькая, чистенькая пришла. Прям как будто только срезали.
10 дней. Вот сегодня 11. И последняя моя. Я ее так хотела тоже. Очень хотела. Это Абавата Альба Маргинат. Ну, Альба Маргинат, правильно. То есть у нее край идет светлый. Я ее называю яблочки. Она мне почему-то напоминает яблочки. Эту хвою желательно выращивать под лампой. Она тогда проявит вот все-все свои качества. То есть вот здесь край будет такой красивый, насыщенный. Шикарно будет смотреться. Я очень о ней мечтала. Ну, вот об этой вот обалаточке. Потому что у меня два раза я покупала, меня обманывали, честно. В этот раз вот это, как, ну, как вы считаете, ну, просто шикарно. С нее и пойдут нормальные, я думаю, эти росты прокрашенные. В общем, я на седьмом небе. Еще подарок тот вообще. Спасибо большое. Меня просили не говорить, от кого. Ну, я не буду, конечно. Если потом разрешат, то скажу. Так что вот такие вот посылочки. Вот, знаете, вот получаешь. Ты не думаешь уже о деньгах, которые ты потратил. Ты счастлив, просто счастлив. То вот, вот как надо, что все это будет расти, корешочки хорошие, все вот, вот это все домашнее, не тайское. Ну, вот я желаю всем-всем получать только такое, чтобы вот вы испытывали только радость от полученных растений. И вот прям не знаю, с чем это сравнить, вот как будто я, не знаю, миллион выиграла, что ли. И то бы я так не радовалась, наверное. Вот такой вот у меня обзорчик небольшой. Там не должна будет... Сегодня выслали еще одну посылочку. Мы посмотрим там, что придет. Так что я счастлива, счастлива, счастлива очень. И желаю всем быть счастливыми. Вот какие-то вот растения, да. А сколько они приносят радости. Просто вообще, забыла же я вот эту вот красотку, потому что это прошлогодняя новинка, но я забыла. Ну, что, мои дорогие, я редко, наверное, сейчас выкладываю видео, вы уж не бросайте меня, пожалуйста, я буду, сейчас у меня уже аллергия почти прошла. Я все буду выходить. Все, мы еще в лес так и не сходили. Уже половина лета прошло, а вот из-за меня вот сидим. Ну, про растения будем снимать. Сдаваясь, пишите, что интересует. Там папоротники скоро там подрастут, кое-какие я покажу. Ну, не бросайте меня, ладно? Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас всех очень люблю. Желаю всем-всем-всем добра, тепла, ну, всего, что вы сами себе пожелаете. Всем всего хорошего. Маша Логиновская, с днем рождения тебе, дорогая. Ну, все, пока.